Всем большой привет! Сегодня провожу эксперимент по окрашиванию яиц в луковой шелухе. Обычно я в отвар добавляю соль. Так всегда делали моя бабушка и мама. Но в интернете вижу, что многие вместо соли добавляют уксус, а многие вообще ничего не добавляют. Вот и решила проверить, как такие нюансы влияют на окрашивание яиц. Надеюсь, мое видео будет вам полезным. Приятного просмотра! Сначала готовлю отвар. 50 граммов луковой шелухи хорошо промываю проточной водой. Затем заливаю шелуху 3 литрами воды комнатной температуры и отправляю на огонь. С момента закипания варю луковую шелуху 5 минут. Потом огонь выключаю и даю отвару настояться под закрытой крышкой до полного остывания. В этот раз я оставила на ночь. Дальше процеживаю отвар через сито и делю его на 3 равные части по 1 литру. Теперь начинаю проверку. Для чистоты эксперимента буду красить и белые, и коричневые яйца, причем разное количество времени. Беру 3 белых яйца и 3 коричневых. Заливаю их одной частью приготовленного отвара, ничего не добавляю, и отправляю на огонь. Для любителей яиц всмятку через 3 минуты после закипания достаю 1 белое яйцо и 1 коричневое. Остальные продолжаю варить до 8 минут. И опять достаю белое яйцо и коричневое. Оставшиеся 2 яйца оставляю в отваре до полного остывания. Такую же процедуру с яйцами буду проделывать и во второй раз. Только теперь в отвар добавляю соль. Из расчета на 1 литр отвара 1 столовая ложка соли. Вот такими яйца стали через 3 минуты кипения. А такими через 8 минут. Те, что будут лежать в отваре до остывания, окрасятся еще больше. Теперь третий вариант. Выливаю в кастрюлю оставшийся отвар. Добавляю туда 9% столовый уксус. Из расчета на 1 литр отвара 2 столовых ложки уксуса. Как и в предыдущие разы, закладываю белые и желтые яйца. И варю аналогично. 3 минуты. И 8 минут. Два яйца все так же оставляю в отваре до остывания. Полностью остывшие яйца промакиваю бумажными полотенцами. Для придания блеска смазываю все яйца подсолнечным маслом. Теперь подведу итоги. Яйца окрасились во всех 3 вариантах и не потрескались. Характерным для всех 3 вариантов есть и то, что коричневые яйца получаются более яркими и насыщенными. Чем дольше находятся яйца в отваре, тем интенсивнее цвет.
Теперь о различиях. Яйца, которые красились в отваре без ничего, получились не очень яркими. Имеют коричневый оттенок, к тому же окрасились неравномерно. Яйца, которые красились в отваре с солью, получились равномерно окрашенными и имеют красивый красный цвет. Яйца, которые красились в отваре с уксусом, получились еще ярче, чем с солью. Но почему-то окрасились неравномерно. Кто знает почему, напишите, пожалуйста, в комментариях. А я пока буду продолжать красить пасхальные яйца, как и прежде, в отваре луковой шелухи с добавлением соли. С наступающим праздником Пасхи!